Пикирую лаванду. Посмотрите, какая малютка, а какой у нее корень, какая корневая. Вот я уже... Вот эти вот саженцы, сеянцы побольше, там вообще такая корневая была большая. Вот, смотрите, грунт. Я беру, значит, песок, обычный садовый грунт. Добавляю пару ложек для рассады грунт. И беру вот так вот торфяную таблетку, ломаю кусочками и вот сюда добавляю. Вот. И получается вот такая смесь для лаванды. Прекрасно проросли семена. В прошлом году я сеяла, что-то у меня с лавандой не сложилось. А в этом году я очень довольна. Просто сеянула, закрыла пакетиком и не парилась особо. Потом, когда увидела, что есть сходы, я уже пакетик начала открывать, проветривать. Вот. Вот такая вот лаванда. Думаю, у меня получится красивый цветник. Всем пока. Будут какие-то вопросы, задавайте, пишите комментарии, как у вас получилось с лавандой. Пробуйте, не все получается с первого раза. Всем пока.